Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске не запрещали. Ее отменили из-за низкой продажи билетов. Так министр культуры Омской области Владимир Лопухин объяснил президенту Путину отмену постановки. Напомню, состояться она должна была 1 ноября в Омском государственном музыкальном театре. Но почти за месяц до этого православные активисты направили обращение в Минкульт Омской области с просьбой запретить показ спектакля. Вскоре после этого в кассах прекратили продажу билетов. Внимание президента. На этот случай обратил актер Евгений Миронов во время совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге. Президент дал поручение разобраться в ситуации. Ответ Лопухина появился уже на следующий день на сайте регионального правительства. По словам чиновника, билеты раскупались недостаточно активно. Предварительная сумма сборов не покрывает затрат на оплату билетов и гонорар творческому коллективу. В связи с этим 6 октября 2016 года было принято обоюдное решение об отмене показа спектакля и возврате зрителям денежных средств за приобретенные ранее билеты. Официально заявляю, что никакого запрета на показ спектакля никто не давал. Однако, по мнению руководства Петербургского театра рок-опера, который должен был провести постановку, дело вовсе не в деньгах. По данным директора, реальные цифры продаж на момент запрета постановки были иными. Билеты в продаже были всего 4 дня. За 4 дня была реальная продажа 100 тысяч рублей. Говорить, что это бы не хватило на гонорар артистам, откуда они знают, какой гонорар у артистов. Вы же понимаете, что все дрожат и боятся это на свое место. Ну, что делать? Человек слаб.